сообщает, да, о РФ, Поспреда при ООН, заявлении, что каждый месяц Москва предлагает рассматривать в СБ ООН Киеву оружие, поставок тему. Так, что случилось? Потерпел крушение самолет Су-24. Вот интересно, когда будет этих заседаний Москве нужный результат. Впрочем, вопрос этот не представляет для меня проблем. Знаю я, что русскую пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. В мире никогда и ни один понять не сможет супостат. И все равно я продолжаю снимать клипы с напоминанием всем этой великой русской пословицы каждый день с утра до вечера. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.